Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Самамнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда 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 Банде Радхика Чарно Дайам Гопижано Самайоктам Биндаванам Мано Ванша Калпатаруваша Кипасинду Вивача Патитананг Павани Бхавишна Бибхьо Наму Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайти Гирам Ядки Патамаханг Банди Парамананда Вадавам Бриндави Тулсиде Бхайпиявай Кесава Сача Шна Бхакти Бхади Деви Сатва Баттвай Наму Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттама Девинг Сварасватинг Вясам Тату Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катхо Падеше Гаурия Патрашо Пракасанеча Садану Ракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамадакша Джагодваранья Дайям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитаттихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранарвиндам Ятпад Паллаванакачандаманичатая Биспуриджита Гемапикабхавадушва Дарши Пурна Нурагара Сасагара Сарамурти Сарадхикама и Кадакхивам Кароши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхита Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Аджануламмита бхужо канака бодато сангитанайк витаро камала ятакшо вишам бару дижа бару жугадхарма пало банде ягат приякаро каруна бхутаро Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Гатада Синитам Бхавану Рупе Насада Нарана Ганга Таранга Раманья Джата Калабам Гаури Нирантара Бибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджаша Бадане Лакшмир Джаша Чавакшаши Джасясте Хиде Самбид Вам Нишинга Махамбаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Джанг Брахма Варнендру
дамарто стунванти дивай ставай бедай шанга пада крама панишадай гаянти ям самага дхенавастита тадгати наманаса пашванти ям йогина ясам там на видуху сура сурагана девайотасмай нама Янг Брахма Варунендра Руддамаруто Стунманти Диббай Ставай Бедай Санга Падакрама Панишадай Гаянти Ям Самага Дхенавастита Тадгати Наманаса Пашванти Ям Йогина Ясам Тамна Видуху Сура Сурагана Девайотасмай Нама Гаудия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Гаудия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, что нет ничего в этом мире, к чему могли бы привлечься гуру Вайшнавы, то, чтобы привлекало их по-настоящему. Гаудия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, что нет ничего привлекательного в этом мире для гуру и вайшнавов. Нет ничего, к чему бы они могли бы привлечься. Они чувствуют влечение только к лотосным стопам Шри Кришны, Гауранги, ни к чему иному. Но это не случай с обусловленными душами. Обусловленные души всегда пытаются найти что-то в своей жизни. Если они находят какое-то материальное наслаждение, то они естественно, стремятся к этому и радуются, и думают, что вот жизнь увенчалась успехом, что можно наслаждаться как можно больше, и таким образом они все стремятся к материальным наслаждениям, и это их цель. Обусловленные души, они подобны. Они подобны узникам, находящимся в тюрьме Майи. Дурга поместила их в эту тюрьму. Они уже внутри этой ловушки. Они думают, что они свободны делать все, что пожелают. Они думают, что свободны делать все, что хотят. У них есть так называемая свобода, но глупые люди не понимают, что это не подлинная свобода. Свобода материального ума и тела – это не подлинная свобода. А что дальше делать, когда мы достигли освобождения? Дживатма, она вечна. Мы не можем найти такое время, когда наша душа дживатма внутри нашего тела, она не была свободна, она вечна, вечно существующая. И та шлока, с которой я начал, она очень важна. Люди со своими ограниченными способностями и ограниченным пониманием, они потеряны, чтобы потеряли свою возможность обрести Верховного Господа. И слова того Верховного Господа, она сложна для понимания. Полубоги, мудрецы, они тоже не всегда могут понять славу Верховного Господа. Все различные лилы Господа, они удивительны. Даже те эти мудрецы, они иногда могут запутаться. Я предлагаю мои полные распростертые поклоны лотосным стопам того Верховного Господа, которому Брахма, Вишну, Индра, Варун, Маруты и все остальные, они воспевали божественные деяния этого Верховного Господа. Тот,
кого веды вместе с Упанишадами и другими с этими сопутствующими, они всегда пытаются увидеть и рассказать о его славе, то великолепие Верховного Господа воспето последователи самоведы, которые йоги постоянно созерцают в своем уме, и они полностью поглощены этим созерцанием и размышлением о Верховном Господе. И слава того Верховного Господа, она безгранична даже по отношению к полубогам и Риши и Муни. Я уже сказал, бесчисленное разнообразие, оно исходит из Верховного Господа. Но все же это Адвайгентатва. Все же нет никакого вреда от этой Адвайгентатвы. Шакти, Шакти Мотор Абьет, я уже сказал об этом. Особо Шри Чайтани Махапрабху хотел утвердить Ачинтья Бхеда Абьеда Татву. Если вы осознаете эту Ачинтья Бхеда Абьеда Татву, то никаких проблем не будет в вашем сердце. Это Адвайгентатва. Бесконечное разнообразие. И также Господь, Он это все одно едино и отлично от Верховного Господа одновременно. Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати сказал, и вот Шрила Прабхупад дал пример, что дживы, они находятся в трех различных состояниях, в обусловленном, пограничном и освобожденном. Мукта-дживы. В самом Бхагаване эти три состояния находятся прямо или косвенно. Будьте осторожны, прямо или косвенно все эти состояния, они есть в Верховном Господе. Если вообще это признается существование обусловленных душ, и оно также не отдельно от Верховного Господа, но не понял, что точно здесь, но в общем майявади говорят, что обусловленное состояние душ, оно ложно, но это не так. Но Шри Кришна, Бхагаван Шри Кришна Чайтанья Дев, он сказал, что это не ложное состояние, но нестабильное, непостоянное. В процессе вечного времени оно уничтожится, но оно не ложно, оно временно. И вот мы видим, что существование обусловленности также исходит от Верховного Господа. И вот трансформация Шакти Верховного Господа, она сотворена этими тремя мирами. Верховный Господь никогда не подвергается никаким влияниям этих трех гун материальной природы, и он никогда не бывает обусловленный, освобожденный или пограничный. Господь, он всегда в своем состоянии. И из Чайтанья Чайтамриты я говорил. И вот Бхагаван говорит в Чайтанья Чайтамрите. И вот Бхагаван говорит, я уже нахожусь в этом творении. И этот мир внутри меня. И также я нигде. И весь мир тоже не во мне. У меня особая чистая сварупа. Вы должны понять это. И вот Бхагаван говорит.
и также Бхагаван, он показывает, он беспристрастен ко всем. Я говорил о той теме, что как этот, как люди говорят, что обвиняют Господа, что Господь, он виновен во всех страданиях живых существ. И в этом я говорил. Я по этой теме много говорил из Веданты. И опять я говорил вот об этой теме. Можете вспомнить. И также я говорил из Притхак Упанишад, из Веданты Сутры, и вот из Гиты я вот об этой шлоке говорил. И вот таким образом я обсуждал о том, говорил о том, что Бхагаван, он всегда беспристрастен, беспристрастен ко всем. Он находится во всех живых существах, и все они одинаково дороги Верховному Господу. И те, кто поклоняются с преданностью и почтением мне, то я являюсь им. Я беспристрастен ко всем живым существам. И нет никого, кто... кого бы я ненавидел или слишком любил, но те, кто с преданностью поклоняются мне, выражают почтение, и я хочу открыться им все время. И вот об этой шлоке я тоже говорил. Бхагаван, он не ответственен за любые наши действия. И также Бхагаван, он не отвечает за то, что делают души дживы. Господь не вмешивается в нашу независимость. Господь не хочет влиять на нее, но так или иначе Господь хочет видеть то, что они сами, если они сами хотят служить Ему, предаются Его лотосным стопам, хотят совершать служение. Хотя много раз Бхагаван в различных шастрах говорил, в Гите и... И вот дживатма, согласно их карме, Господь, он дает посылает эти последствия их деятельности, и кто-то может возразить.
где абсолютная сила могущества Верховного Господа, если он дает последствия кармы своим дживам. И Аблада Видьябхушан говорит, а что плохого в этом? Какой-то царь может, например, озолотить кого-то или одарить чем-то, или наказать согласно их действиям. И из-за этой причины мы не можем сказать, что царь потеряет свое могущество, если он кого-то отблагодарит, озолотит или накажет. Царь его положение, царя останется. И также Бхагаван, он вездесущ, всемогущ. И вот Господь, он... Бхагаван, он знает, что делают те или иные дживы, и так или иначе мы не должны сомневаться в этом, поскольку не должны сомневаться в могуществе Бхагавана. Я вот начал с этой шлоки, чтобы мы поняли о могуществе Верховного Господа, о Его знании, о Его айшварье, о Его других великих качествах. И все полное знание, непривязанность, отречение вайрагья, богатство, все эти качества во всей своей полноте, они пребывают в Верховном Господе. Все. Во всей своей полноте. И вот эти шесть, все достояния, они пребывают внутри Бхагавана Вишну. Вишну значит Кришна. И у Кришны есть более особые качества. Он все привлекающий, он может привлечь весь мир. И как это возможно? Это вопрос прямого опыта. Если кто-то спорит, то я уже сказал, что логика не может находиться на пути абсолютной истины. И вот суть в том, трансформация Шакти Верховного Господа, она сотворила эти 14 миров. Господь, он не подвергается влиянию гун материальной природы, как обусловленные души. И более того, эти состояния, они были... From nowhere else. Be careful about it. Simultaneously, how it is possible? Bhagavan is present. И как это возможно, что Господь, он вездесущ, он находится одновременно везде и в то же самое время нигде? И такие противоречащие факторы, они находят в Господе абсолютную гармонию. Но в материальном мире, если какие-то факторы противоречат, то они противоречат, они не могут быть как-то гармонизированы, как правило. Верховный Господь, Его внешняя энергия, Майя Шакти, она трансформируется в материальный мир. Верховный Господь, Его внешняя энергия, Майя Шакти, она превращается в материальный мир, а внутренняя энергия, она трансформируется в Вайкунтху или Галоку, в общем. И это все за пределами Майи, понимаете? И это внутренняя и внешняя энергия, она уже там. И есть еще Шакти, то, что зовется Татастра Шакти, я уже сказал, и опять я могу сказать, день за днем я буду говорить, что Татастра Шакти, она не внутри сердца Кришны, но она Шакти, поскольку это Адвайгьян Татва, где она может, куда она может пойти? У Татастра Шакти нету
существования внутри сердца Кришны, поскольку внутри его сварупшакти, а если татаства шакти изошла из сердца Кришны, то было бы существование сварупшакти. А почему же бхакти там нет? В течение бесконечного числа времени, как этим я уже говорил, что нету никакого. Баладев Видьябхушан уже сказал, нет вопроса, никаких споров, если кто-то говорит, что карма, только Брахма был, откуда карма появилась. И вот Баладев Видьябхушан с помощью шастр, он показывает то, что Бхагаван, он вечен, джива вечна, и карма, она тоже вечна, она вечно существует, как и обусловленные души. Карма, она анади, без начальная. Anadi karma that way as a figurative description so that jivas cannot blame Supreme Lord for their suffering. And what Bhaktivinoda Thakur is speaking more, I can discuss. И Господь не несет ответственности за страдания джив. Внешне мы видим, дживы страдают, а что говорит Шрила Бхактивинода Тхакур, я расскажу об этом. И вот в Говиндабхаше Баладев Видьябхушан, вот в этих, там описывается в этих стихах, и вот там пример приведен. As evidence and also также, as a real explanation of как, why, how, объяснение, почему и как карма бесконечна. Also the same thing he says, и то же самое он говорит в комментарии к Бхагаватам в 5.5. И вот он такой же приводит пример. Also has given explanations of Vedanta Sutra 2.3.26 также about jivas turning away from God, her natural, eternal, spiritual consciousness becomes covered up, and if she turns towards God, then it can get manifested. Если душа, она опять повернется к Богу, то это сознание, оно пробудится. Если отвернется от него, то, соответственно, покроется Майя. Я уже объяснял нитья мукты. Кришна паришат нам бхунже севасук. Нитья бадха кришна хайте нитья бахирмук. Нитья сансар бхунже наракади дук. Нитья мукта, они никогда не, не были связаны с Майей, они всегда были заняты служением Господу, служением Бхагавану. Они известны как Паршады, я уже говорил об этом. Но те нитья бадха-дживы, вечно отвернутые от служения Кришне с незапамятных времен, и они страдают. Они страдают от этой майи, от материального мира. И иногда они попадают в ад, иногда в рай, и так богатые становятся бедные, и так скитаются с мужчинами, женщинами, рождаются зверьми и прочими. И вот так эти 84 по 8 400 000 рождений скитаются, я говорил об этом. И вот все шлоки
Я уже говорил о них. Будьте осторожны. Мы должны помнить все те слова, которые я говорю. Я объяснял детально, поскольку обусловленное состояние джив исходит от Верховного Господа, я уже говорил. И также я сказал в предыдущих лекциях то, что это Сиддханта Шрилы Бхактивинода Тхакура. Согласно комментарию к Читанию Читамрити, вот к этим святым стихам. И вот, что такое время? И что Бхактивинода Тхакура говорит о времени? И вот Бхактивинода Тхакура о времени говорит. Что он говорит? И вот он говорит. Вопрос был задан. И вот Шринатх какой-то преданный, он спросил, что раньше вы объясняли, о Гурудев, вы объясняли то, что духовный мир и дживы, они вечны. Рагунат Баба в Шивасангане отвечал, как это возможно для вечного существа иметь рождение. И он тоже у кого-то тоже такой вопрос возникает. И вот Рагунат Бабаджи Махарадж отвечает, и преданные спрашивают, раньше вы объясняли, что духовный мир и дживы, они вечны, и как это возможно для вечного существа, что оно рождается, умирает, живет, творится и прочее. Если они рождаются в определенном месте и раньше не существовали, то как это подтверждает, что их вечность, как их состояние вечности подтверждает в этом вопрос? И вот Чрила Сачидананда Бхактивинода Тхакура отвечает, по милости Бхактивинода Тхакура, под его руководством, я тоже попытаюсь объяснить то, что приходит в мое сердце по его милости. Вот в начале Чрила Бхактивинода Тхакура говорит время, место. Пространство также, и вот Чрила Бхактивинода Тхакура говорит, время, место, пространство, как в этом материальном мире происходит, они отличаются от духовного. И вот Чрила Бхактивинода Тхакура говорит, время, место, как оно в материальном мире происходит, оно отлично от того, как это происходит, как время течет в духовном мире. И материальное время, оно разделяется на несколько этих частей, как прошлое, прежнее, настоящее и так или иначе. В духовном мире время, оно вечно существующее. И без всякого разделения, Шрила Бхактивинода Тхакура говорит об этом. Так или иначе, в духовном мире время вечно существующее и без разделения. И все духовные действия, которые случаются в трансцендентной обители, они происходят так. In the notions of mundane time and space.
А то, что здесь происходит, оно происходит в этом, в области материальных этих материальных представлений о времени. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, когда мы говорим о каких-то этих объектах, то когда джива попадает в это, в эти оковы майи, and so on, so on, so on. Whenever we are going to explain so many things about the eternal world, spiritual world, our words, и вот наши our слова, words are being influenced by the concept of material time. И follow what I say. Бхактивинода speaking. И вот в общем Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что когда мы что-то пытаемся объяснить о духовном, то наши эти слова, они попадают под влияние материального времени. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит об этом. И вот this influence is very likely natural, quite natural, and to be expected. Но поскольку мы обусловлены, мы так и естественно это все происходит. И your understanding depending upon your experience. Наше понимание зависит от нашего прежнего опыта. Если не было опыта в чем-то, то как мы что-то можем понять? И поэтому в Бхагаватам, в Ясадев, в Шукадев Госвами, они говорят, those who are writing Shastra, Manirji says, they are going to point out one thing, that it is not, они, те, кто записывают шастры, они говорят, что это невозможно определить anything which is spiritual. Что-то духовное, но это Дик Даршан зовется. На санскрите, на бенгали, это Дик Даршан зовется. Единственное, что мы можем сказать, что солнце восходит на востоке. Но это не значит, что восточное направление — это мать солнца буквально. Господь, Он выражает почтение этому восточному направлению. То есть, если солнце восходит на востоке, это не значит, что восток дает рождение солнцу. Это не совсем так. И также наши те, кто пишут шастры, наши гуру варга, наш Ясадев и другие, они говорят. И вот Ясадев Госвами также говорит, мы можем только указать, мы можем как-то дать какой-то намек. А Пракрита Васту невозможно перед нами. Нельзя понять, так просто его не понять. Те примеры, которые приходят, которые близки как-то к нашему пониманию, мы ищем какие-то похожие эти примеры. И смотрите, в нашем таком состоянии эти примеры, они естественны, и надеемся мы что-то похожее понять. И вот в обсуждении дживы наши мысли не могут быть свободны от концепции, от концепции материальных этих представлений о времени и пространстве, которые а почему это происходит? Потому что у нас нет часто опыта с чем-то трансцендентного, есть материальный опыт, и поэтому из-за его влияния так происходит. И вот те ученые, кто хотя бы немного знают о химии и физике, они знают, у нас вот кто-то понимает, что есть эти...
Три измерения – длина, ширина и высота, а в каких-то других этих вселенных может быть еще какие-то измерения, как Махапрабху дает пример Санатане из Бхагаватам. Когда Брахма встретился с Бхагаваном, вначале всего этот стражник спросил Бхагавана: «О, Бхагаван, кто-то пришел встретиться с вами, кто пришел, иди спроси». И вот сказал, что мое имя Брахма, и все полубоги последовали за ним. И тогда этот слуга сказал Бхагавану, что какой-то Брахма сказал. Тот спросил: «Какой Брахма?» Спросил, с какой Брахманда. А этот Брахм, и вот этот спросил, что Бхагаван спрашивает, какой Брахманда, как какой я, единственный Брахма, разве еще какая-то Брахманда, кроме моей, есть? И в итоге он явил такую лилу, и в общем, как-то он понял, что что-то тут не то, не один, и объяснил, с какой он Брахманды. И когда Брахма, он пришел к Бхагавану, Брахма обнаружил, что там много других Брахм, у кого-то четыре головы, как у него. А, точнее, почти у всех было больше голов, у кого-то 8, 16. А то и 1000 голов, а у него всего 4. Как это все сопоставить? Пытайтесь понять. Когда Бхагаван, он показал свою вишварупу перед Арджуной, почему Бхагаван говорит, что этими глазами ты не можешь видеть меня? Чтобы видеть меня, тебе нужны особые духовные глаза. Что это значит? Мы можем видеть кто-то. Ну, мы можем видеть какие-то материальные вещи, но духовные не так просто, и есть разница. И вот как же все это понять относительно этих измерений, тоже вопрос. Бесчисленные миры, мы не знаем, какие вот в этом нашем мире три измерения, длина, ширина, высота, в какой-то Брахманде, какие-то другие измерения. Мы не знаем, кто-то спорит, что кто-то говорит, что на солнце ничего нету, но это глупо. И вот этот мир, он относительный. Думаете ли вы, что вы можете потерпеть, имеется в виду, жару в 40 градусов, а какие-то дживы, их тело состоит из огня, и они могут перетерпеть гораздо более высокую температуру. Для нас, для материального ума, это не подходит, а полный даршана нет. У него полного даршана нет у Бхагавадживы. И вот таким образом мы не должны сразу спорить. Ганга, вода Ганги, это духовное, нечто духовное, Ямуна, Сарасвати, их тоже, это вода, но как бы имеет какую-то духовность, и такие аргументы не могут находиться. Обусловленные души, они только спорят, всю жизнь могут потратить на споры, но то, что говорит Шрила Бхактивинода Тхакура, это мы должны понять. И вот в нашем состоянии это естественно так происходит, что так происходит, как оно есть. И в обсуждении дживы, трансцендентности наших, и вот обсуждая душу, мы не можем избавиться от материального влияния, поскольку оно... Мы живем здесь, в этом мире, и, соответственно, он влияет на нас. Мы говорим, имея в виду прошлое, настоящее, будущее, у нас нет представления о чего-то другом. И так или иначе, когда мы думаем, и вот Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, когда
И вот Рагунатхидас Баба, он ответил этим молодым людям. Враджанатха ответил, так или иначе, Бабаджи Махарадж говорит, когда вы думаете о внутреннем значении этой темы, пытайтесь не забывать, что тот, кто полностью ищет осознание чистого, осознание чистой, абсолютной истины, он ever-present time factor in her understanding of these topics. Jivatma's feeling, though, that's why I am using her. Jivatma, на санскрите, она женского рода. И мы должны медитировать над значением баджана. Мы должны очень осторожны, когда говорим о этой теме. Просто погрузиться полностью в духовное и отказаться от каких-то материальных влияний, которые причиняются этим миром. Мы должны быть осторожны насчет этого. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет таким образом. Поскольку другого пути нет перед нами. Шрила Бхактивинода Тхакур, он может пролить на нас свою милость, мы можем начать баджан таким образом, чтобы этот баджан, он помог нам. И смотрите. И относительно времени я также хочу сказать нечто, но вначале я говорю о теме, о которой говорил Шрила Прабхупад. Шрила Прабхупад говорил, что из трансформации Шакти Господа, который сотворил этот мир Господь, он никогда не попадает под влияние гун материальной природы, он просто творит их. Но и вот Верховный Господь, ее внешняя энергия или Майя Шакти, она в материальный мир превратилась, а внутренняя энергия в Галоку, Вайкунтху. Это все за пределами Майи, внутренняя и внешняя энергия, которая показана Верховным Господом. Есть другие еще эти энергии Татастра Шакти, они превращаются в, они имеют качество четаны, сознание, это четана, сознание имеет свободную волю, могут принимать решение, иначе четан. Что значит четан? Четан, оно, четан, я уже сказал, да, четан васту. Она полна знания, ананды, блаженства и пракаша мой. Я на санскрите говорю, или на бенгале. Пурна Ананда Мой, значит, она исходит из Верховного Господа, имеет качество Ананды, блаженство, которое есть у Господа, имеет свободную волю. Иначе четана, что толку от такого сознания, которое не имеет ничего похожего. И вот Бхагаван не хочет. И вот что говорит Бхагаван о разнообразии Майи. Какие-то люди спорят, почему Господь не может сделать что-то для обусловленных душ. Да, Бхагаван может, но не может в то же самое время. Почему? Если Бхагаван влиял бы на их свободную волю, то эта лила стала бы такой
насильственное. И вот, и как, и поскольку Анучайтанья Джива, трансформация Татастра Шакти, то, естественно, они к Майе и к Майе Джагату и Чит Джагату они пригодны. И вот изначально Татастра Шакти, они подходят к подходят как к Чит Джагату, так и к Майе. Я уже говорил, что они полны знания, блаженства и Пракашима. Гьянамой значит, не нужно какое-то, не нужно знания снаружи. Четан значит читание. I must understand Chetan Vastu having eternal knowledge, eternal Sarup. Chetan Vastu имеет вечное знание, вечную сварупу. Я когда-то более подробно это все расскажу, объясню. И вот. But I don't understand what is Prakashma. Но что такое Прокашмой? By Prakashma. Что значит Прокашмой? Четанмой. Четанмой. Четанмой means Гьянамой. Четанмой значит Гьянамой. Анандамой. Анандамой. Четан значит Ананда. Natural, quite natural. A demand for enjoying is there. They enjoy different kind of enjoying can be there, material and spiritual, you know. Есть различные наслаждения, материальные, духовные, и так. Гьянамой. Анандамой. Анандамой. И только по милости Гуру Вайшнавов дживатмы могут обнаружить, оно, конечно, уже есть внутри. Когда какая-то обусловленная душа совершает баджаны, так постепенно в процессе своего баджана увеличивает сознание до полной, всей своей полноты, и это сознание захватывает Читание. Майявади не говорят ложь. Они ложные свидетельства в поддержку экатмы приводят. Они Брахму сравнивают с отражением солнца в воде. И вот у Майявади такая концепция, что как солнце отражается в каждой емкости с водой, вот у них такая концепция Бога. Они говорят, что Брахма отражается здесь, в Майе. И но они не признают, поскольку они не готовы даже Майя Татву признать. Они думают, что если они признают Майя Татву, то что-то случится, и Адвайя Гьяна Татва не сможет там находиться. И вот если я буду говорить о Майяваде, когда-то под руководством Шрилы Бхактивинода Тхакура, Кешава Госвами Махараджа Бхактивинода Тхакура, я более подробно объясню, это очень интересная тема. И вот Четанмой значит Гьянамой, Анандамой. Гьяна уже там есть, только то, чему мы должны, то, что мы должны понять, мы должны совершать баджан под руководством Садгуру. Как Шрила Прабхупад, Бхактивинода Тхакура. И постепенно мы, как гьяна нам откроется. И
в Веданте написано «Гунат Алакват», что качественно душа, она подобна лучам солнца. И красота, как красота Рамачандры Туласи Даса не может сравнить с Богом Луны или Солнца, это невозможно. Нет ничего, что могло бы сравниться с красотой Рамачандры. Есть, конечно, лотос, мука, падма и прочее, это все трансцендентное. Когда Сарвабхаума Бхаттачарья, он смог увидеть Верховного Господа, Сачитани Махапрабху, в полной форме, поскольку Бхагаван, он совершает лилу, как обычный саньяси. Когда Сачитани Махапрабху, он показал перед Сарвабхаумой, что смотри, я Кришна, я Рама, я Гауранга. И Сарвабхаума буквально сошел с ума. Он не мог почувствовать эту силу, поскольку есть такая огромная сила, как Махарадж приводит пример с мощностью оборудования электрического. Если через какой-то удлинитель подключить то, что потребляет большую мощность, то этот удлинитель сгорит. То есть теоретически он может, но на практике такую мощность не может передать. И также мы полностью сознание у нас не может открыться из-за того, что мы не проводим такое электричество в форме сознания. Но, так или иначе, мы должны иметь надежду. И вот сейчас я хочу объяснить Пракаш мой. Пракаш, значит, Сачитани Махапрабху приводит пример, и я такой же пример вам приведу, как Махапрабху. Он перед Санатаной Госвами сказал, Пракаш мой, значит, атма, она подобна этому свету, но и в какой-то день я могу доказать, я уже говорил об одной шлоке, что Анучайтанья дживы, они части с солнцем. И вот в какой-то день я могу доказать вам, и вот смотрите, они как частицы солнца, но Анушабда, Шрила Прабхупад говорил, мы хотим показать нашу естественную склонность дживы воспевать славу Верховного Господа. Шрила Прабхупад говорит, 24 часа в сутки мы можем воспевать славу Гурупад Падме. Анушабда, значит, естественно. И как и обязанность чистить звука в чем? В том, чтобы воспроизводить звуки. Поэтому Махапрабху утвердил санкиртана, ягья и все другие процедуры баджана мы можем или не можем достичь успеха, но если мы совершаем санкиртану, то с помощью многих шлок я могу доказать, что это как подобно лучам солнца, но не совсем тиджамой васту. Какое-то указание. И вот любые духовные вещи, если мы хотим представить их перед вами, то мы должны принять помощь каких-то примеров, которые могут помочь нам, поскольку в нашем опыте такого нету.
И также Пракаш мой, как это понять? Четана мой, четан сознание, значит, гьяна мой, я уже говорил. И Ананда мой также говорил, иначе почему мы стремимся к наслаждениям? Прямо или косвенно все дживатмы, они заняты материальными наслаждениями. Прямо или косвенно. Они заняты материальными наслаждениями, даже в баджане пытаются наслаждаться как-то. Абсолютная форма баджана, никто не может достичь этой абсолютной. Только Парамахамса Гуру Вайшнава, у них есть прямое сознание, они знают. Они могут даровать вам осознание, если вы предадитесь им. Кто-то занят какими-то материальными вещами, но какое им дело до этого, если мы не готовы принять их учение? Понимаете, о чем я говорю? И вот то, что Махапрабху приводит пример Пракаш мой, я вот пример приведу, как огонь. Есть темнота в нашем доме, если мы зажгем огонь, то тогда огонь будет греть нас и освещать. И мы можем что-то приготовить на огне. Так много этих применений огня, но огонь, он дает свет. Пракаш, значит, проявление какой-то силы, какого-то могущества. И также Четан Васту, Анандамай Васту, Гьянамай Васту, Атма. Вы знаете, это внутри вашего тела, поэтому вы что-то делаете, работаете, то все. Поскольку Чидатма, она внутри вашего сердца, и вот вопрос, когда и как, и где эта Чидатма находится, Махапрабху приводит. Говорит Санатане, о Санатан, если взять очень дорогой, Малая Чандан, этот Чандан, как его, дерево Чандана с Малай, с Южной Индии. И вот Мадхавинда Пурипат, он Кира Чора, этот Гопинат послал его за этим Чанданом, и он предложил его этому Кира Чора Гопинатху. И вот он говорит, о, Санатан, если кто-то хотя бы каплю этого Чандана намазать на лоб, то весь день мы будем чувствовать охлаждающий эффект от этого Чандана. И вот Махапрабху пример приводит, о Санатан. Если кто-то и вот, то есть, если его намазать на лоб, то этот чандан, он охлаждает все наше тело, и пример такой же с душой. Если мы поймем, как, что такое, с помощью Пракаша мы поймем значение атмы, все под влиянием этой души, все тело работает, а если тело, душа выйдет из тела, то тело просто помрет и перестанет функционировать. И поэтому в Упанишадах говорится. В Упанишадах говорится. И что, вот, что это значит, эти слова? Атма может быть видима как?
На воде очень мала, как же ее можно видеть? Вот в этом вопрос. Она, как бы ее нельзя видеть, но можно, для этого нужно подготовиться, увидеть все в трансцендентном мире. Мы должны подготовить наши глаза. Гуру Падма может действовать как этот transparent media. I can discuss this point tomorrow. How? И вот Гуру Падма может действовать как увеличительное стекло, как микроскоп, который, или телескоп, который поможет нам увидеть то, что мы не можем видеть своими глазами. Только по милости Садгуру все это можно увидеть. Они ждут нас, чтобы даровать нам милость. Я, сидя в Ясасане, обещаю вам, что Гуру Варга, они хотят даровать нам свою милость, но мы не можем принять ее. Почему? Если мы ожидаем милости, но милость не происходит, а почему это невозможно? Милость несомненно придет. Если у нас есть потребность, то она исполнится. Как в экономике, спрос рождает предложение. Если у нас будет спрос на милость, то милость она придет к нам. И вот Пракаша Май Васту такой пример приводит, как огонь внутри нашей комнаты. Как огонь, он освещает все в нашей комнате, и также атма, благодаря атме, и вот если кто-то даст мне много этих бриллиантов, но наше тело не функционирует, то что толку от этих бриллиантов? Мы находим пользу каким-то вещам в связи с этим материальным миром. Если нас кто-то отправит ссылку, то что толку? Если кого-то отправить ссылку куда-то в лес или в пустыню, дать ему кучу золота, то что толку от этого золота? И вот Джанамиджай, они Ваджранабху пишут, Ваджранабху спрашивает, что делает со всем этим во Вриндаване, когда Бхагаван закончил свои лилы, все поменялось, никто не мог понять. И вот Ваджранабху сказал: ты сделал меня царем здесь во Вриндаване, но по какой причине я этот царь? Что это буду делать? Здесь одни обезьяны. Ты сделал меня царем. Но кто будет? И вот брахманы, их послали с какими-то этими. They can enjoy so many land and properties. They can this way, you know. When Krishna gone after that newly, the civilization then it is eternally present, but still, like Ayodhya, when Bhagwan gone about them, Bhagwan taking everybody from here. Ну, когда Бхагаван ушел, Бхагаван все забрал с собой. И вот Махапрабху спрашивает, если всех дживы уйдут, то откуда новые дживы появятся? И Харидас отвечает, на самом деле есть бесчисленное число обусловленных джив. И Бхагаван в соответствии с их этим, с их кармой, он помещает их в те или иные условия. That day I told the discussion by Baladev Vidyabhushan. И вот в тот день я говорил то, что сказал Баладев Видьябхушан, хотя Бхагаван не ответственен за все, но суть в том, ключ в руках Бхагавана, как ключ кармы, он внутри Бхагавана, но из этого семени кармы не всегда росток кармы прорастает. Seed should be there.
должно быть там семя, если есть семя, то смотрите, вот есть семечко, если просто под воздействием солнца семя не прорастет, ему еще вода нужна, земля, влажная земля нужна, или земля и вода, просто с этого солнца мало, и чтобы проросло росток из семени, нужно влагу. И это зависит от Варуны, которую пошлет дождь, а Варуна зависит от Кришны. Все великолепие, оно в лотосных стопах Верховного Господа. Бхактадживы могут ложное эго выражать, но все это закончится за секунду. И таким образом я могу показать, что все в руках Кришны. И вот и в итоге суть в том, что все в руках Бхагавана. И таким образом и это маленькая душа, пребывающая в сердце, какое могущество оно выражает. Мы не можем объяснить то, что я могу сказать, что только ради этой души, поскольку душа пребывает внутри тела, вся деятельность тело, внутри которого душа, она наполнена смыслом. Если душа уйдет из тела, то тело станет просто безжизненным. И вот в Упанишадах говорится такие слова. И вот здесь говорится, атма может быть увидена и услышана также. И странно. Что-то странного. И присутствие с души можно слышать, и нужно концентрироваться на этой атме. Почему мы смотрим куда-то снаружи, в лекции по Бхагавад-гите я говорил, я говорил, что мы все смотрим снаружи. Мало кто может смотреть внутри себя. Это из-за недостатка милости. Почему саду, он самодостаточен? Вроде бы ничего у него нет, но он самодостаточен и всегда чувствует какое-то блаженство, мы какое-то неудовлетворение. Почему в саду в любой ситуации он самодостаточен, он доволен? Даже какие-то дживатмы могут какую-то ересь говорить, как, например, жена какого-то, жена одного преданного, но она как бы не преданная, просто жена оскорбила одного преданного, что там все там, ну, в общем, что-то плохо-плохо высказалось. Но если тот человек, против которого что-то говорится, обиделся бы, то не смог бы ничего делать. Но если это человек саду, то он беспристрастно воспринимает такие поношения или восхваления. И таким образом этот материальный мир полон проблем, но все же Гуру Вайшнава не думает, что трансцендентное блаженство, оно везде. Where you say? Eh?
Verse, Vishwam Purana Sukhayate. This whole world is full of bliss. Where do you find problems? Весь мир он полон блаженства. Где же видите вы какие-то проблемы? Их нет. This way you will have to feel. So Atma can be seen. Атма может быть увидено, услышано. Я могу что-то сказать об Атме, думать об Атме. И вот Прахлад Махарадж говорит эту шлоку, те материалисты, обусловленные души, они всегда ищут что-то снаружи, они путешествуют по этой Панчал-кшетре. Панчал значит, это земля Драупади. И также Панджаб. Панчал также значит... Различные пять видов наслаждений и обусловленные души, они всегда скитаются вокруг этих пяти наслаждений. И поэтому Прахлад Махарадж говорит, они всегда скитаются снаружи. Они не могут контролировать свой материальный ум. Всегда они смотрят снаружи, чтобы какое-то наслаждение получить. Но подлинный саду, он внутри себя ищет блаженство. Он в своей душе он черпает блаженство. Если вы совершаете служение должным образом, вы почувствуете какое-то блаженство, слушая харикатху. Если совершили оскорбление, то нет, что делать? Оскорбления не могут. You know, if you do aparad, then your consciousness can drop, go down. Из-за оскорбления ваше сознание, оно опустится. You cannot feel. That means surely you will have to understand. I know that there is some aparad. Why I am losing consciousness? Why I am not enjoying? I know. Это признак этого. So prakash, you understand this? И вот прокаш. Prakash means by the presence of that atma. То с помощью присутствия души, душа, она оказывает влияние на все тело, на все клетки тела, на все. И вот... But actually, Chetan Atma не имеет никакой связи с этим материальным миром. Я говорил об этом просто на протяжении долгого времени. Пуруша и Пракрити, они находятся вместе. Есть два вида Пуруша, Парампуруш, Параматма и Дживатма, они находятся рядом из Света Шватара Упанишады, это я буду в дальнейшем обсуждать из Света Шватара Упанишады. Вот мы будем обсуждать, как эти два закадычных друга, Дживатма и Параматма, вечные друзья. Мы не можем развить никакой дружбы, поскольку у нас уже есть... Душа Параматма – это наш вечный друг, который никогда не оставит нас. И Света Шватара Упанишад, я буду объяснять этот пример, как Дживатма Параматма, когда они находятся вместе. И во Вриндаване один пандит спросил меня, если Дживатма в ад попадает, то Параматма тоже идет за ней или нет? Я спросил, что значит ад и рай. Если душа она попадает в ад под, для этого, для отбытия наказаний за свои эти грехи. This kind of suffering, I never told. I told you come to me, enjoy your life.
But you are forcefully going there. So you are suffering. At the time of suffering, when и вот во время страдания, когда дживатма, Параматма тоже смотрит. Параматма, то есть друг познается в беде. Во время каких-то плохих ситуаций, если наш друг не помогает нам, что это за друг такой? Бхарати Махарадж шлоку говорил из Чанакья пандита. So now about time factor I speak about the excellency of Jivatma and excellent, you know, I am discussing. So Mahaprabhu giving the example. И вот Махапрабху приводит пример. This, you know, Chandan, Malaja Chandan, who is going to put influence all over the body. Though the Chandan drop is there only in forehead. И вот как пример с чанданом, если этот чандан нанести на лоб, то этот чандан охлаждает все тело. И другое, душа, она вечна по природе, и когда она достигает ситхадехи, совершенства, например, дживатма совершает баджан, и достигает этой сиддхадехи. Я хочу вначале обсудить тему, описанную Шрилой Прабхупады, о Билла-Мангала Такуре. Я хочу обсудить это. Я уже сказал. Билла-Мангала Такур олицетворяет симптомы садхака. Почему Рупа Госвами Пад Бхакти Расамрита Синдху написал эту шлоку? Почему? И привел пример Билла-Мангала Такура. Почему? Рупа Госвами Пад giving the example of Бхакти Расамрита Синдху Утпанно Ратайо Самьяк Саммак, Найрвигням. И вот он пример приводит. Анупагатаха, Кришна Шакхат Критоу Ягьяха, Шадакаха Парикиртита. Утпанна Ратайо. They are coming up to the point of Рати. Very nice. But still, different kind of... И вот он приходит до Рати. Но все же на пути баджана еще препятствия какие-то. Нирвигьям безупречного баджана нету, но все же какие-то препятствия. Кришна сакшаткар китоу йогья. They are qualified to meet with Krishna. But of course it depends upon Krishna. И вот садака. Садака, when in full and fine, you know, topmost condition, utpanna ratayo, he is already developing rati. But still today, all different kind of problems, he is not free. That jivatma, I mean, see, is not free. Totally a problem. Problems there. Different kind of impediments can come. And Krishna Sakkarka Krito Yogya. He can, that Jivatma can meet with Krishna. Of course, it depends upon Krishna. Sadhaka Parikita. This is called Sadhaka. Now, actually, Rupa Goswami Pad. И вот Рупа Госвами Пад, он приводит пример Билла Мангала Такура. И вот Бхакти Расамрита Синдху Рупа Госвами Пад пишет. Je sadhaka sti prakirtitaha. Follow. Rupa Goswami Pad directly writing. И вот Рупа Госвами Пад пишет. Je sadhaka sti prakirtitaha. Like the example of Билла Мангала Такур is applicable for all sadhaka. Пример Билла Мангала Такура, он применим ко всем садхакам, те, кто садхаки. But here is one doubt, Maharaj. С
сомнения. Билла Мангал Такур, мы видим, что какая-то скверна. Его прежняя история достаточно скверна. Он, много проблем у него, вожделением страдает. Билла Мангал Такур, в прежней жизни мы видим, из-за материального наслаждения. Но когда? Но когда он развил полную непривязанность от всех материальных вещей, например, кто-то занят какими-то наслаждениями и в один день развил непривязанность ко всем своим наслаждениям. Все это настроение боги, наслажденца, оно ушло. Понимаете? И нам не нужно ни наслаждение, ни отречение, нам ничто это не нужно. Что мы будем делать с ним? Мы хотим совершать служение. И вот, когда Билла Мангал Такур развил полную непривязанность, то сначала он чувствовал Адвайта Вад Асакти. И вот в начале всего, когда он почувствовал непривязанность, он Адвайта Асакти чувствовал влечение к Адвайта Ваду. Но когда он отказался от общения с Чинтамани, своей проституткой, и когда под руководством Садгуру, по милости Кришны, Чинтамани это Чинтамани это имя Кришны. Одно из имен Кришны, а не проститутки. И Бхагаван. Если так или иначе Бхагаван станет доволен, он дарует нам силу. И когда вот он оставил эту свою проститутку и Адвайта Вад, то под руководством Садгуру Кришна Сева захватила его сердце. И когда его сердце, оно его сердце, оно погрузилось в Кришна Сева Расу, и тогда мы уже не можем запутаться. И вот можно вспомнить о случае с Джагаем и Мадхаем. Я знаю, не все изучают это. И там можно найти, когда по просьбе Нитянанды Баларама Джагадгуру, Анантадев Махапрабху, он пролил свою милость на Джагая Мадхая. То тогда после этого Джагай Мадхай, они очень хитры были, они попросили служения, спросили, как мы узнаем, что ты полностью доволен нами, даруй нам служение, поскольку это один из признаков того, что Гуру Вайшнавы доволен нами. И вот Махапрабху дал предостережение всем. Махапрабху сказал, будьте осторожны, не пытайтесь говорить ничего, что связано с их прежней жизнью. Может, много осквернений было в их жизни, а сейчас они открыли путь к вечной жизни. Материальное тело и материальный ум, они занимались всякой ерундой, но с сегодняшнего дня никто не может говорить ничто, что связано с их прошлой дурной историей. Не говорите о их прошлом сейчас. Они новые, они открыли для себя путь духовной жизни, понимаете, о чем я говорю? И вот здесь также сейчас мы не можем
говорит Ницшу о плохого Билламангала Такуре. И вот когда Билламангала Таку он показал такую исходящую расу из его сердца, он автор Кришна Каранамриты, это наивысшее сокровище преданных, по крайней мере, Махапрабху говорит об этом. Он написал эту книгу, и во время Гуру Пурнимы я смогу, если я буду говорить о ней, о Нилачал Махапрабху, я покажу, что Махапрабху говорит о рай, о сваруп. Это то, что он написал, это не нечто обычное о рай Махашой, о сваруп. То, что описывается в этой Каранамрите, это не что-то обычное, это проявление чувства его сердца, то, что он видит, то, что чувствует. Это описание всей Радха Говинда Лилы. Махапрабху говорит так о сваруп. Несомненно, это прямое чувство этого. Прямое чувство этого писателя. И вот посмотрите на настроение Махапрабху, что Махапрабху хочет сказать. Каранамрита все... Махапрабху находился все 24 часа. То есть он жил 48 лет, 24 года принял саньясу, 12 лет жил в Нилачале, в Гамхире, и остальное время совершал лилу в других местах. А совершал эту лилу для того, чтобы показать нам, что такое Рагануга Баджан. Он хотел показать нам, что мы не должны быть сахаджиями. И вот Махапрабху говорит, I cannot forget the pain of losing. И вот я не могу, кто-то потерял какие-то копейки и не может забыть об этом. И как такие люди собираются совершать Рагануга Баджан? И вот когда Кришна Расаян, Кришна Карнамрита, она изошла из... И сердце Билламангала Такура. Now onward he is going to Bhakti Siddhanta Sampurna. Bhakti Siddhanta totally get manifested inside heart. И вот Бхакти Сиддханта, она явилась в его сердце, и он, поскольку он обрел связь с Ананта Девами, не было же никакого недостатка, ничего. Если бы не было Ананта Дева в этом, и был бы недостаток. Но если Ананта Дев явился, он своим явлением привносит все. И вот Махапрабху выражал полное почтение Билламангала Такуру, чтобы показать нам, что мы можем видеть бесчисленные качества Билламангала Такура, и мы не должны с какой-то предвзятостью относиться к нему. And Bhaktivinoda Thakur was speaking, all need discussion. Inside Billamangala Thakur, и вот внутри Билламангала Такура, fullest, flow of that Krishna Rasayan. Krishna himself satisfied. Krishna, он, Сочетание Махапрабху, он Кришна. Джаганнат, он очень счастлив с Джайдев Кави из Гита Говинда. Джаганнат, он каждый день хочет слушать Гита Говинду. Без этого Джаганнат не может спать.
И однажды я забыл этого царя. Царь думал, я царь, я могу тоже написать Гита Говинду. И с утра, когда Пуджари открыл дверь, он увидел, что Джаганат, он скинул эту Гита Говинду на пол, валялась по всему полу. Но изначальную Гита Говинду, которую написал Джитев Госвами, Джаганатх, он любил сердцем. Джаганатх очень счастлив каждый день слушать эту Гита Говинду. Не слушая эту Гита Говинду, Джаганатх не отдыхает. И вот посмотрите на ее величие, это Гита Говинды. Когда полное проявление Вайшнаваты Сидданта Вичарасататвы, оно проявится. И в этом случае мы не можем сказать, что кто-то был такого характера, стал иного. He is going to express full eternity there. Now, again, I can discuss this. Okay, I know it is not clear to you. Еще раз я хочу обсудить. Discuss this point. And now, actually, also another thing is very spectacular that any jivatma. That jivatma being eternal by nature. И вот jivatma вечна по своей природе, и когда она достигает сиддхадехи, совершенства, и когда она входит в вечный мир, то автоматически ее, имеется в виду jivatma, предыдущие. Existing suppressed eternity can get manifested. Follow. Eternity, okay. And how from Piti Sandarbha I can show you Srila Jivapad writing in Piti Sandarbha, what kind of, you know, Jiva Goswami Pad Priti Sandarbha, he описывает. Another point, if you have any minimum conception. И вот если у вас есть какое-то представление о математике, о высшей математике, например, calculus, this, that. So you hear this point. Послушайте, то, что на определение бесконечности, у нас нет никакого чувства бесконечности. Мы, может, говорим, что что-то бесконечное, но это на словах. Но прямого чувства бесконечности ни у кого нет. И когда Анантадев даст вам почувствовать, и когда по милости Анантадева вы почувствуете это, вы будете удивлены, как Арджуна. Он буквально сошел с ума, видя Вишварупу. О, Джаганат, будь милостив, я хочу видеть твою четырехрукую форму. Я не хочу видеть этот ужасный мир. И вот Арджун не мог потерпеть. По милости Нитинанды Анантадева мы можем увидеть, прочувствовать это. Если мы подружимся с Анантадевом, то тогда никакие при этом другие неправильные представления не смогут быть у нас. И вот дживатма, когда она входит в духовный мир, то ее прежние И вот я пример приведу, и завтра я опять буду говорить о том, что Шрила Бхактивинода Тхакур хотел сказать, бесконечность, если она сливается с бесконечностью, как я приводил пример, если капнуть что-то в другую воду в Гангу, то она становится Гангой. И также
Если душа жива, она входит в вечное, то она становится вечностью. Бесконечность плюс бесконечность равно бесконечности. Просто школьная математика. И математика минус, и также бесконечность минус бесконечность, это тоже бесконечность, нет никаких. Бесконечность, прибавим мы что-то к ней или отнимем, она также останется бесконечностью. Даже частичка в духовном мире, она полна сама по себе. Хотя мы не полны, но смотрите, даже часть того духовного мира, она полна, более важна, чем что-то иное. И вот там нет ничего материального в духовной даме, даже в пылинки, они все духовные и полны по своей природе. Шри Кришна, Он Абсолют, Абсолютный, Он Абсолют, Он, а мы все, все инструменты Его Божественной игры, Он играет со всеми дживатмами и согласно Его свободной воле Он может являть свои лилы с нами, хорошие или плохие, все, что происходит, мы не должны обвинять никого в этом. Я буду говорить о том, что хотел сказать Шрила Бхактивинода Тхакур о единстве в разнообразии и разнообразии в единстве. Завтра я буду говорить об этом более подробно. Пытайтесь понять Сварупу Кришны Махапрабху, сказал Санатан Госвами, о Санатан, Кришна Сварупа, если кто-то поймет Кришна Сварупу, он буквально сойдет с ума. Он станет безмолвным. Что такое, кто такой Кришна? Мы всегда... Кришна Сварупа, о Санатан, если кто-то узнает о Кришна Сварупе, он буквально сойдет с ума, что это Кришна, о Кришна. У них нет опыта, и поэтому они всегда пытаются спорить, какие-то замечания делать, как то, как это. А мы должны совершать баджан, и мы осознаем тогда сами. Мы должны зависеть от Гуру Вайшнавов и не тратить своего времени. Мы должны совершать баджан. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур приводит аргумент, я покажу вам. Как Кришна, Он Каруна мой, Он Лила мой. Я лучше завтра буду говорить об этом, сегодня уже много. И вот что Бхактивинода Тхакур сказал, Кришна, Он Каруна мой, и Он также Лила мой. Завтра Махарадж будет других продолжать эту тему говорить. Если у вас какие-то вопросы, сомнения у вас есть, спрашивайте, я отвечу на все. Я слуга моего Гуру Варги, и мы должны удовлетворить нашу Гуру Варгу этим служением. И мы должны все услышать от Дживататми с различных точек зрения. Это займет долгое время.
стунванти дивай ставай, ведай шанга падак прама панишадай, гаянти ям самага, дэнавастита дадгати наманаса, пашванти ям йогина, ясам там набиду сура сурагана, девайотасмай намаха. Банча калпатарвасике пасинду бхавича, патитанам павана бхавашна бьо намо намо.